Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас из зимней Финляндии. В конце года принято подводить итоги, не буду нарушать традицию. Хотелось бы, конечно, рассказать об успехах в прошлом году и о радужных планах на будущий год, но новостная лента возвращает в реальность. Массированная атака с воздуха на Украину. Сам дом наш начал двигаться. Россия выпустила больше сотни ракет, взрывы и пожары в крупных городах. И там еще в конце ребенок. Нет роддома. Десятки пострадавших и погибших. Бомбежки Украины, атаки на торговые суда в Красном море, террористическая угроза в Париже, война в секторе Газа из-за действий восточного соседа в Финляндии ощущается тревожность. Отсюда итог года первый и главный. Лучше мы жить уже никогда не будем. Хуже запросто. Светлого будущего ждать не приходится, поэтому давайте радоваться каждому прожитому дню. В Финляндии этот день, как и вся предыдущая неделя, был пасмурный и хмурый. Я рада вас всех приветствовать из солнечной, но не очень, из пасмурной Финляндии. Отсюда итог второй. Приезжать из Испании зимой в Финляндию – это мазохизм. Да, конечно, я рада встретиться с семьей. Мы замечательно отметили Рождество. Но за неделю, которую я здесь провела, солнце выглянуло буквально на мгновение и тут же скрылось. Я уезжаю обратно в Испанию через неделю и с нетерпением жду момента отъезда. Ноги моей больше севернее Мадрида зимой не будет. В прошедшем году я провела зиму в Испании, а лето в Финляндии. И, по-моему, такое устройство жизни совершенно замечательное. Меня такой вариант очень устраивает. Кроме прекрасной погоды зимой, Испания предлагает множество праздников и развлечений. Я регулярно езжу на какие-то экскурсии и в какие-то пешеходные походы. И у испанцев множество различных шествий, праздников, фиест. Как отмечают испанцы Пасху, это совершенно потрясающее действо. К этому празднику они начинают готовиться где-то осенью. Мастерят какие-то лафеты, примеряют на них фигуры святых, которые потом они будут носить по улицам. С этими лафетами потом репетируют выносы из церкви, развороты, повороты на углах, обратно занос церкви и прочее. Эти лафеты такие тяжелые, что когда процессия мужчин их несут на плечах, и когда идет процессия, то процессию приходится останавливать буквально через каждую там сотню, две сотни метров, чтобы дать несущим лафет передохнуть. В Малаге проходят одни из самых грандиозных пасхальных шествий, и туда съезжается огромное множество туристов со всего света. Красочные процессии с барабанами, оркестрами, со свечами ходят всю неделю, начинают где-то с обеда и колобродятся до поздней ночи, глубоко за полночь. Пару раз я пыталась посмотреть нашествие в Малаге, но там такие огромные толпы туристов, плюс вдоль улицы, по которой шествие идет, они строят трибуны, из-за которых там ничего не рассмотреть. А на узких улицах там не так интересно, как на широком проспекте. И я думаю, что в этом году я куплю заранее билет себе на трибуну, чтобы уже
рассмотреть шествие во всех подробностях и насладиться этим необыкновенным зрелищем. Я не могу пропустить ни единого шествия. Это потрясающе. При каждой церкви есть братство. И каждое братство устраивает свое шествие. В это братство никак со стороны там и не попасть. И это участие в шествиях – это почетная миссия. У меня в соседях парень начинает уже, сейчас начнет барабанить, готовиться к шествию сразу после Нового года. Эти процессии невероятно красочные и полны драматизма. Несущие эти лафеты мужчины зачастую пускают слезу. Наверное, нагрешили достаточно в течение года. В этом году я собралась также гулять с собаками, как я обычно делала на Коста-Бланка, и прихожу в приют в Фуэнгероле. Звоню в звонок: «Здрасте, здрасте, я волонтер, хочу гулять с вашими собачками». Они говорят: «А вы время заказали?» «Какое время?» «Ну, если вы хотите гулять с собачками, вы должны договориться, назначим вам время, вы придете погулять с собачками». Я говорю: «О-хо». Я говорю: «Я не могу ни с какими планами связываться, извините». И, ну, все-таки один день я прошла с собаками. В приюте, в принципе, там не больше десятка собак, и все собаки молодые, они будут, в принципе, пристроены. Плюс там хорошая территория, собакам есть где побегать. Поэтому, в принципе, там ситуация с собаками в Фуэнгероле достаточно хорошая. В приюте собак всех благополучно пристроят. Правда, там постоянно подбрасывают новых. Лето я провела в Финляндии. И здесь у меня прекрасное, не жаркое лето. Можно заниматься спортом. Здесь все условия для занятий спортом. Лето здесь, конечно, прекрасное. Природа рядом, озеро рядом. И мне здесь очень нравится летом. В июне мы поехали в Хорватию. Это была моя первая поездка в Хорватию. Мы были в Сплите. И, конечно, там великолепная природа. Замечательное море, старинные крепости, дворец, это все интересно. Но неожиданно все дорого. Цены и в ресторанах, и в магазинах практически такие же, как в Финляндии. Даже черешня, которая там, в Хорватии, растет, она стоила 10-12 евро. Ну, такие же цены и в Финляндии. То есть в Испании отдыхать дешевле, чем в Хорватии. Зато, когда мы поехали в октябре в Хургаду, Хургада приятно удивила. Теплое море, гарантированно солнечная погода, спокойная обстановка, много хороших и дешевых ресторанов. Мы там пробыли месяц и ни разу не почувствовали себя в опасности или в дискомфорте. Хургада меняется явно в лучшую сторону. Когда в Европе будет уровень жизни такой же, как в Африке, поедем в Африку. Я чувствую, что этого недолго ждать осталось. В общем, на личном уровне прошедший год был хорошим. Пусть будущий будет не хуже, потому что ситуация в мире не дает оснований полагать, что жизнь будет улучшаться, поэтому дай бог не хуже. Главное вам пожелание на Новый год: пусть поскорее прекратится это варварское уничтожение Украины и украинцев. Пусть Новый год принесет мир. Я желаю всем мира, добра и счастья. На этом я с вами прощаюсь. Благодарю вас за внимание и до новых встреч. Отмечаем весело Новый год. Весело, весело встретим Новый год.